здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Максим меня зовут. Команда Спортинг Канзас Сити. Расскажите, пожалуйста, об игре, что получилось, что не получилось. Да, сегодня... Сегодня, наконец-то, мы собрались в большом количестве человек. Соответственно, у нас были замены, все не выдыхались, все играли, все это было удовольствие. Всем все понравилось, победили. Поняли, что все-таки люди нужны, играть восьмером без замен тяжело. Но ничего, будем стараться собираться в большом количестве людей и будем побеждать дальше. Вы ожидали такой ход игры? Да, я, честно говоря, да, потому что я понимал прекрасно, что у нас команда сильная, у нас команда хорошая, все парни играющие. Просто всегда не хватало людей, замен, силы быстро тратились. Даже на прошлой игре, где мы играли всемером против первого места, первый тайм мы закончили со счетом 1-3 всемером. Соответственно, я понимаю, что у нас команда хорошая, просто нужны люди. И я вроде как их нашел, наконец-то. Главное, чтобы дальше все приезжали. Как оцениваете соперников? Соперников? Ну, играли мы с ними. Они нас тогда выиграли, опять же, из-за недостатка людей. Команда пытается играть, выбивает. Как бы как такового, какого-то тактического футбола как бы не было. Ну, стараются, парни молодцы, и что? Будут играть, просто нужно время сыграться. Вот и все.